Основные болевые точки, на которые необходимо обратить внимание, обсудили на видеоконференции с главами муниципальных образований. Главная проблема на сегодня – возросшее количество пожаров. На 14 февраля этого года количество пожаров в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 23%, количество погибших – на 42%. Основные причины пожаров. Первое, на сегодняшний день это нарушение правил устройства эксплуатации печей. Из 136 пожаров, 50 пожаров именно по этой причине. В этих 50, 23 случая это пожары, это бани. Среди других причин – нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Выросло число пожаров и погибших в Красночитайском, Вурнарском, Порецком и Янтиковском районах. Главы этих муниципалитетов отчитались, какие меры предпринимаются для обеспечения пожарной безопасности. Основные меры – встреча с населением, раздача информационных материалов и обход дворов. Во время одного из таких рейдов было замечено, что почти во всех домах, где возможно возгорание, пьющие хозяева. Кроме того, почти половина погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Михаил Игнатьев отметил, что необходим анализ эффективности проводимой работы. Нужно более четко доводить информацию и контролировать каждую неблагополучную семью. Все они должны быть взяты на учет.